Ну, получается, первый ряд везде надо было откачиваться, да, правильно? Да. И вот там вот везде, там все стоят. И вот здесь вот все стоят, правильно? Да. Все, только в первом ряду никто не стоит. Да. Это вот надо было... Ну, это получается... А как вы думаете, в этом театре сколько тут мест неудобно? Ну, мест 500, наверное, да? Мне или кажется, больше? Все неудобно. Ну, практически все, да? Неудобно. Ну, первый ряд только везде удобно, а вторые ряды там нигде не видно. Второй там, да, и в ложке то же самое, мы сидели. Получается, просто нет смысла там стоять или здесь. То есть тут просто дешевле стоять и все. Ну, понятно, если кто разбирается в музыке. Ну, балет, наверное, вообще то есть нет смысла здесь сидеть. Плохо здесь не видно ничего. Ну, понятно. Балет надо смотреть. Получается, сколько же тут места неудобно? Ведь полтеатра. Полтеатра неудобно. Получается, вот там вот все стоят. Вот. Все стоят. А, нет, там просто нет, там подъем нормальный у них. Да, четвертый ярус, первый ряд, это какое? 30-е место? Да, ну вот надо облокотиться вот так вот. Самое главное не упасть вниз. Потому что это тут шестой этаж. Это будет опасно уже. Так, вот, ну люстру, как всегда, здесь хорошо видно. То есть вот то, что первый ряд, вот, везде нормально видно. Только кроме самых боковых вот тех вот лож, там они все стоят. И все. А то, что вот там дальние места, вот они, дальние. Там везде надо практически стоять. Вот еще раз посмотрим, четвертый ряд, первый ярус, 30-е место. Вот так вот отсюда видно. Вот. Ну, сцена, соответственно, вот. Вот там будут декорации. Вот так вот.